Всем привет! Это третий сезон Dota 2 Миллионера, и кто еще не снял пародию на это шоу, ставьте класс. Сегодня мы играем с Резолюшеном и правила шоу. Так. У тебя есть три подсказки. Так. Первая — это 50 на 50. Вторая — это свап. Свап. Свап — это значит, вопрос меняется на какой-то рандомный по сложности. Понял. И последняя — это Аегис. Это значит, что ты можешь ошибиться и продолжить. Она ошибка. А звонок другу? Ну, у нас три и так. Нет, звонка не будет. Ой. Хорошо. Вот, всего 14 вопросов. Нарастающая сложность. Понял. Окей. Давай. Конечно, поехали. Погнали. Итак, первый вопрос. Это очень просто. Какая из этих студий выпускает передачи «Мемология»? А. Рухаб, Б. Старладдер, С. Мейнкаст и Д. Виплей. Факер где? Ну. Факер в Мейнкасте. Слушай, ну ты меня как бы не можешь так спрашивать. Ну я могу немножко так намекать. Нет, это я с собой рассуждаю. Факер где? Факер в Мейнкасте. Мейнкаст. Отлично. Окончательный ответ? Окончательный ответ. Супер, это правильный ответ. Идем дальше. Давай. Какой из этих терминов можно встретить при игре за Trend Protector в русскоязычном паде? А. Гопник. Б. Адидас. С. Есть чё. И Д. Семечка. Семечка, конечно. А что это такое, знаешь, семечка? Ну да, это он вторую садит семечку, и кто? Вы хилитесь. Тренд? Да. Садит семечку? Да. Отлично. Да, правильный ответ, конечно. А, ты ходишь в меня вот туда, да? Чтобы я разуверился в своем ответе, понял? У меня же задача выманить из тебя подсказочку. Да, да, да. Третий вопрос. Сколько торговых лавок, в скобочках, магазинов в Доте? А. 4, Б. 5, С. 6 и Д. 7. Ну, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6. Никаких секретных нету? Может, 7 какой-то есть? Да, вроде не было. Не было? Окончательно 6? Ну, ты же не рассматриваешь Рошана как лавку, из которой он торгует тебя Егисом. А ты с ним торговался, с Рошаном? Бывало, да? Подходишь к нему, там есть что? Братан, можно ты дашь по-братски? Семечка, Адидас. Я поношу 2 минуты, но я тебе верну. В общем... 6. 6. Да. Отлично, это правильно. Великолепно. Четвертый. За просмотр какого мажора давали стикеры ВКонтакте? А. Шанхай Мейджор. Б. Франкфурт Мейджор. С. Киев Мейджор. И Д. Бухарест Мейджор. Ого. Стикеры ВКонтакте. Ну, логично, ну, сказать Киев Мейджор. Особенно учитывая, что это всего лишь четвертый вопрос, то тут как бы подвохов, по идее, быть не должно. Не, ну я серьезно, как бы, тут я тебе могу чуть-чуть это... Давай, Киев Мейджор. Это правильно. 5. Какого героя в рукомьюнити причисляют к отряду курообразных? А. Мирана, Б. Оракл, С. Дисраптор и Д. Скайрос Мейдж. Скайрос Мейдж. Почему? Это мой окончательный ответ. Потому что петух, говорят. Он петух. Все правильно. Так. 6. В какой слот собирается предмет из нескольких компонентов? А. В слот самого дорогого компонента. Б. В самый левый верхний свободный слот. С. В случайный слот, занимаемый одним из компонентов. И Д. В слот самого левого верхнего компонента. В слот самого верхнего левого компонента. То есть Д? Да. Ты уверен? Да. Абсолютно верно. Отлично. Ну, типа похожий с Б вариант ответа. Похожий, но с Б, но... Но он более процесс такой, знаешь, подробнее описан. Поэтому да. Д. 7. Как называется шрайн в русской версии Доты? А. Святыня, Б. Святилище, С. Колодец, Д. Святилище. Блин, я не играю на русской версии. Хорошо, ну вспоминай, может, комментарий чьи-то слышал. Святилище. Мне кажется, пора подсказки использовать. Так, подожди, шрайн. Святыня. Окончательный ответ? Да. Правильно, это святыня. Фух, не хотелось Аегис, конечно, терять на этом. Фух. Ну, Аегис у нас автоматически, ты же знаешь. Ну, я понимаю, да. Так. Идем. Поехали дальше. 8. Из-за какого из этих видов самоубийства герой потеряет свой винстрик? А. Бластов. Б. Рот. С. Смерть от Рошана. Или Д. Все варианты сохранят винстрик. Терял винстрики? Да. Пурш точно не теряет, по-моему. Текис точно не теряет, потому что он Beyond Godlike, может быть, там здесь и здесь, и что там. Смерть от Рошана, вот.
Смерть от Рошана. Теряет ли герой Винстрик от смерти от Рошана? Все варианты сохранят Винстрик. Окончательный? Да. Не, ну ты красавчик, это правильно. Keep going, boys. Девятый вопрос. Какая из этих способностей дает обзор в месте применения? А. Crypt Swarm, Б. Whirling Axes, С. Blood Rite и Д. Decay. Blood Rite, но он очень маленький. Ты уверен? Whirling Axes — это тролль, правильно? Вот, к сожалению, поскольку девятый вопрос, я не могу говорить какие-то герои. Крипт Сварм точно нет. Тут может быть только один ответ, правильно? Да. Blood Rite. Это правильно. Хорошо идешь. Десятый так. Вопрос. Какая пара героев никак не связана между собой по лору Доты? А. Лина Цемка, Б. Тускар Бристлбек, С. Тайдхантер Кунка и Д. Некрофос Рейскин. Ой, ну это сложно. Я знаю, что Лина Кристал Мейден связаны точно. Кунка Тайдхантер точно связаны. Я предполагаю, что Некрофос и Рейскин должны быть связаны, потому что они оба андеды. А вот Таск Бристлбек, какая у них может быть связь? Блин, ну это трики вопрос. Реально трики. Потому что. Может, это все-таки Лина возможно... Сэмкой? Нет, это точно не Лина Сэмкой. Тут ты меня уже не. Некрофос Рейскин, тут имеет они какую-то историю behind. Но они оба мертвые. Короче, я рискую. Я не хочу брать подсказки пока. Я говорю, что Бристлбек и Тускар. Так, окончательный какой? Поэтому да, я говорю окончательный ответ Таск Бристлбек. Не связаны между собой по лору Доты. Подожди. Еще секундочку. Может, подсказочку? Нет, так Бристлбек. Я не хочу использовать подсказку. Что-то тебе грустно. Ты потерял. Серьезно? Не связаны между собой Некрофос и Рейскин. Хорошо, а Таск и Бристлбек — это извечные соперники по лору. Серьезно? Да. Не знал. Вот так вот. Теперь без права на ошибку. Это очень плохо. Ну ладно. 11. Выход из невидимости Shadow Blade произойдет, если А. Продать Shadow Blade, Б. Апгрейнуть Shadow Blade в Silver Edge, С. Разбить предмет или Д. Все перечисленное. Разбить предмет. Окончательный? Смотри, когда ты продаешь его, ты все равно остаешься инвизи. Апгрейдишь, также остаешься инвизи. Ты уверен? Разбивать, тебе нужно потратить действие на то, чтобы А его... продать — это разве не действие? Нет. И апгрейднуть не действие. Нет. Да не, я шел в Shadow Blade, и мне прилетал Silver Edge, и я все равно оставался в Shadow Blade. Хорошо, а продавать? Ты уже не можешь сказать все перечисленное, потому что если апгрейд неверно, разбить предмет точно верно. Может, ты можешь? Ты уверен 100%? Ты же не можешь разбить предмет. И остаться в инвизе. Разве не можешь? Или можешь? Только если ты не разобьешь предмет своим сумоном. Нет, тут речь герой разбивает предмет, естественно. Который... Если ты разбьешь своим фаршом, допустим, тогда ты останешься в инвизе все равно. Угу. А если героем-то выйдешь? А если героем-то выйдешь, да. Если тут идет речь про героя, я говорю разбить предмет. Верно. Идем дальше. Идем дальше. 12. Что Рубик украдет у героя, который ни разу не использовал ни одну из своих способностей за игру? А. Последнюю изученную активную способность. Б. Ульт не сработает на такого героя. С. Ничего не украдет, но ульт уйдет на кулдаун. Или Д. Украдет ульт этого героя. Да, чел не использует способности, не скилли, ничего, но ты у него ульт воруешь сразу же. Ничего, но ульт пойдет на кулдаун. Нет, он крадет ту способность, которую ты использовал последнюю. Если ты не использовал способности, он не украдет тебе ничего. Он ничего не украдет. Ничего не украдет. Так. Ульт сработает все равно, потому что, ну... Он даже на иллюзии срабатывает, потому что, ну... Он идет на кулдауне, но ты ничего не воруешь. Поэтому ничего, но ульт пойдет на кулдаун. Поехали. Так, ну не надо вот это молчание. Ну, к сожалению, это вариант Б. Ульт не сработает на такого героя. Когда ты будешь пытаться кликнуть, он скажет, что неприменимо к этой цели. Серьезно? Да. Неприменимо? Неприменимо к цели. Ну... Ну, слушай... Я никогда не играл против левел 0 героев на Рубике. Слушай, ну, в принципе, ничего страшного. Мы можем продолжить посмотреть вопросы. Ну, давай, интересно. Давай, просто глянем. Ладно. Глянем и... Даже миллионера не могу выиграть.
Слушай, ну ты далеко дошел. Нормально, в принципе. Так. Так, вернись. Вернись, я все прощу. 13-й вопрос. Видно тебе? Угу. Кто изображен на фото? Так, ну не надо вот этого, не надо. Это очень трики вопросы такие. C, X и D, Яо. Это точно не Яо? Так. Я честно не знаю, как выглядит X и Луо. А как выглядит Фейс? Подожди, это игрок, по-моему, OG, если я не ошибаюсь. А, это Луо или X точно. Фейс. Я еще тут немножечко тебе подскажу. Face. Фотка это довольно старая. Я знаю, это второй, третий ин, по-моему, да? Точно не уверен, но какой-то из... Первый, второй, третий, точно. По-моему, даже второй, и это IG. Кто играл тогда за IG? О, ну ты, конечно. Чтобы я еще весь состав назвал. Луо, по-моему... Блин, я не помню, кто там играл у них. Хорошо, пускай будет X. Окончательно. Да. Давай 50 на 50. Давай 50 на 50, давай, возьмем. Ты, правда, уже сказал X, но ладно. Я тебе тоже немножко помогу. Это А или Б? А или Б. Тогда это... Ладно, это Fate. Вот так. Окончательно. Да. Правильно. Ну, правда, тут я тебе уже подсказал. Лишняя, четвертая подсказка. Ты мог А и С сказать, да. Конечно. Если ты был бы таким трики парнем. Последний вопрос. У скольких героев с основной характеристикой интеллект ульт является пассивной способностью? А 0, Б 1, С 2 и Д 3. Пассивка с интеллектом. Огрмаг. Есть такой парень. Он же интеллектуальный у нас, правильно? Молодой человек. Или сильный. Или интеллектуальный. Так. Нет, он интеллект, точно. Он огрмаджай. Как скажешь. Он маг. А, Огр точно. Кто еще есть там? С пассивкой. Что-то даже не могу вспомнить. Ко мне там подсказка еще была? Свап вопроса. Не, это хороший вопрос. Подожди, просто кроме Огра, кто еще там есть? Лишрак, но активный все равно у него. Ну, я бы сказал один. Огр. Окончательно. Да. Правильно. Красавчик. Блин, ну... Запоролся как бы на таком... Да как, откуда я знаю историю? Или подожди, это был не тот. Какой Нет, я запорол? Ты проиграл на том Рубик. Чё, а, Рубик. Нравится? Рубик, точно. Подарочек. Так как, я же не выиграл. Открывай. Мы дарим подарки, у нас отличное шоу, мы дарим подарки. За участие? Конечно. Посмотрим, что тут. Russian... Так, смотри, у тебя браслетик, браслетик, миллионер. Миллионер. Здорово. Что Потом это? Потом это такой небольшой словарик для твоих тиммейтов. Поскольку ты уже очень долго играешь за рубежом, чтобы они понимали, что ты кричишь. Что я говорю, да? Иногда у меня прослеживаются, выскакивают русские фразочки, чтобы они понимали, Поэтому, да? Ну, можешь Блэ. Так мельком показать. Вон. Кадр. Смотри. Там как бы слева полезные выражения, а справа полезные... Ну, так скажем, ненормативные выражения. Bullshit. Bullshit. Вот, и последний у тебя еще Понял. Один подарок есть. О, ну это, я не Слушай, знаю, да, стоит это обязательно показывать? Показывать? Обязательно. Значит, мы услышали, что у тебя есть девушка. Так. И, значит, она довольно надо... симпатичная, но ты постоянно на турнирах. Ты себя плохо ведешь, так скажем. Поэтому mm-hmm. надо тебя наказать. Понял. И вот эта штука ну, да. отлично этому поспособствует. Хорошо. Нет, ты все забирай, но коробочку оставляй. А, понял. Все, я забираю. Наручнички. Ну это... Покажи на камеру тоже. Да я показывал уже, вот, наручнички. Mm-hmm. Играться будем. Все нормально. Ну все. Хорошо. Спасибо за подарки. И, как говорится, за участие. Да, спасибо, что позвали. Вопросы интересные. Но не хватает еще знаний, недостаточно. Может, поэтому, что я дот, знаю, лор. Не справляюсь еще. Ну, спасибо, да. Ну, все тогда. Давай.